профессиональном педагогическом колледже состоялся конкурс «Золотая осень» среди студентов третьих курсов. Вниманию жюри были представлены вокальные, хореографические и сценические номера. Отличительной чертой для каждой команды являлись представленные образы, символизирующие время года. Каждое выступление члены жюри оценивали по нескольким критериям – артистизм, умение держаться на сцене, а также импровизация. По словам самих участников, такого рода мероприятия позволяют полностью раскрыть творческие способности, дарят массу положительных впечатлений от самого празднества и еще больше стимулируют к самому учебному процессу. Как отметили организаторы конкурса в лице руководства колледжа и отдела по делам молодежи городской администрации, целью данного мероприятия являлась организация досуговой деятельности студентов и сплочение студенческого коллектива. Конкурс призван показать творческие способности учащихся, дать им заряд положительных эмоций. Бика Сулейманова, Самат Гакаев. Информационная программа «Пульс».